has privilege to that material experiences. Ум постоянно подает нам разный материальный опыт. We need to replace those spiritual thoughts. И нам всегда нужен духовный свет. Который мы можем получить, регулярно слушая и читая Шрилу Прабхупаду. И тогда наш ум наполняется духовным опытом. Если нет этого духовного света, то тогда ум будет наполнен материальным опытом его концепциями. Поэтому очень важно и необходимо постоянно очищать ум через регулярное чтение Шримад Бхагаватам, Бхагавадгиту и другие книги Шрилы Прабхупады. Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Rama.